Ваше императорское величество, Геральт из Ривии и... Цирилла Фиона Эллен Рианон, королева Цинтры, принцесса Бругии и герцогиня Содонская, наследница Инис Артскеллик и Инис Анскеллик, владычица Атрия и Абьяра. Привыкай. Вскоре перед тобой начнут преклонять колени все. От Нильфгаарда до Драконьих гор. Я не думал, что ты сдержишь слово, ведьмак. Я всегда держу слово. Я тоже. Твоя награда. Я приехал не за платой. Ты просил привести твою дочь. Я сделал это. Цири выслушает тебя, и мы уйдем. Уверен? Тебе не придется убивать чудовищ по сточным каналам. Я уверен. Понимаю. Честь не позволяет принять плату. В таком случае в конюшнях ждет чистокровный нильфгаардский жеребец. Прими его в знак благодарности. Благодарю. А теперь прости, я хочу поговорить с дочерью. Сюда, господин мой. Белый Волк, рад тебя видеть. Приветствую, генерал. Надеюсь, переправа через Понтер не доставила неприятностей? Нет. Полагаю, вы переправились через брод под Бен-Глиан. Хорошо, что вы не поехали на Ринду. Там все еще неспокойно. Родовит надеется прорвать Западный фронт. Но у него нет шансов. Еще раньше, чем принцесса станет императрицей, мы и там наведем порядок. Цири еще не дала согласия. О, ну конечно, у нее достаточно такта, чтобы не принимать еще не сделанных предложений. Но от такого не отказываются. Безусловно. Я думал, такие истории рождаются только в головах замечтавшихся бардов и поэтов. Пропавшая дочь величайшего властителя в истории континента является накануне его окончательной победы, чтобы принять наследство из рук отца. Простаки обожают такие истории прекрасных нежных принцесс, которые... Геральт, мы уходим. О, рад тебя видеть, госпожа. Взаимно. Нам уже пора. Очень жаль, что вы не можете остаться. Я надеюсь, случай еще представится. А я наоборот. Ну что? Если он думает, что может меня купить, то глубоко ошибается. Он предложил что-то определенное? О, весьма определенное. И весьма абсурдное. Прости, я не хочу об этом говорить. По крайней мере, не сейчас. Я не настаиваю. Поехали. Поехали.